Дорогие друзья, зрители и подписчики YouTube канала Керастра, приветствую вас. И сегодня вместе с вами мы продолжаем проходить игру Horizon Запретный Запад. Кому интересно посмотреть первые ролики с прохождением по этой игре, зайдите обязательно в плейлист. Там есть и шорты, и короткие ролики, и подлиннее. И как обычно мы заходим в настройки графики. Хочу напомнить, что у меня довольно-таки мощный компьютер. Кому интересно, смотрите видосик про мой ПК. И давайте покажу вам настройки графики, на каких настройках мы будем записывать этот ролик. Естественно, это разрешение 4К, эпические настройки графики. Я, честно, давненько не заходил в эту игру, немножко про нее забыл. Вот, но она очень классная, и я думаю, на канале периодически будут выходить ролики. Как видите, тут все на максимум, если я не ошибаюсь. Вроде бы, да, можем даже проверить. Вот, максимальный, высокий. Но здесь все на максимум, кажется. Да, здесь все на максимум. DLSS, пресет качества. Максимум. Вот, экран смотрим. Разрешение 4К, 16:9. Вертикальная синхронизация включена. DLSS, пресет качества. Динамическое разрешение отключено. Нахрен оно не нужно нам. Все, ливаем, нажимаем на кнопочку продолжить и погнали. Всем приятного просмотра. Кто хочет поддержать, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и отправляйте донатики. Погнали. Похоже, тут проводили заседание. Дверь на той стороне заперта. Там устал. Анзу? Система терраформирования «Новый рассвет» — дитя доктора Элизабет Собек. С помощью 9 вспомогательных функций — Гея, ядро системы — способна находить оптимальные планетарные решения и принесет очевидную пользу при создании наших колоний. Первая фаза операции — внедрить агента в проект «Новый рассвет». Завершена. Вторая фаза. Агент снимает копию Геи и ее вспомогательных функций и тайно отправляет в наш центр данных. В случае успеха персонал Нового Рассвета даже не узнает об этой передаче. Риски. Если агент провалится, Новый Рассвет может разорвать договор о покупке базы данных Аполлона. Операция должна быть тщательно скрыта от Трэвиса Тейта, разработчика протокола AID. К тому же, нужно проявить осторожность в отношении самой доктора Собек. Она один из лучших инженеров мира и могла предусмотреть дополнительные меры безопасности. Полный анализ в приложении. Данные содержат сводный отчет. В журнале сказано, Элизабет выслала копию, но это вранье. Зенит украл Гею. Элой? Почему вы с той женщиной похожи? Знаешь, Вару, мы с ней похожи, поскольку мы одинаковые. Генетически. Но она была одной из предтеч. Почему ты — это она? Потому что меня не родили. Меня сделала машина. Поэтому еще в детстве меня и изгнали. Я не понимаю, что за машина сделает человека? Я говорила, что копия данных — это как набор действий, но не только. Ее зовут Гея. И долгое время она заботилась о мире, пока ей не пришлось уничтожить себя. Она создала меня, чтобы вернуть ее. Я одна на это способна. И здесь моя последняя надежда. Богиня говорила с тобой, когда ты пошла в гору Великой Матери. Это и была Гея? Да, но она не богиня, Вару. Богини нет. Откуда тебе знать? Звучит, будто она дала тебе тайное задание. Я долго в этом разбиралась. И ты поймешь. Визор поможет. А пока
В отчете сказано, что украденную копию Геи переправили в центр данных. Туда нам и надо идти. Ясно? Хорошо. Направляется туда же, куда и мы. Она стала хрупкой и более уязвимой. Попробую попасть в лук. Ладно, и как отсюда выбраться? Можем найти поселение, уговорить охотников помочь. На это уйдут недели, у нас нет столько времени. А может, просто уроним на них тот челнок? Ту штуку? Как? Надо придумать. Жди здесь. Элой! Верь мне. И она сбежала. Надо добраться до челнока. Готово. Наконец-то. Центр данных должен быть впереди. Пожалуй, Варлу придется поискать другой путь. Достану копию и перезапущу Гею. Восстановлю систему, уберу порчу. Воплощу мечту Элизабет. Только бы найти копию.
Она здесь. Гея, версия 6.9. Включение. Здравствуй. Гея. Элизабет? Трэвис Тейт. Что это у нас тут? Дальний Зенит решил украсть копию Геи и ее вспомогательных функций. Как нехорошо. Мне разобраться с этим, Лис? Светодатцы! Смирные отродья! Я нашлю на вас беды и покараю могучей дланью! Вы украли короля всех вирусов. Всем вашим данным пришел конец. В следующий раз не пытайтесь перехитрить Тейта. Мой вам совет. Элой. Богиня? Нет никакой богини. Я говорила тебе. Это не Гея. Не то, что я искала. Это просто обман. Понял. Ван, прости. Ты умеешь обидеть. Ты в курсе? Но мне понравилось, как ты слетела с вышки и придавила те машины. Беда в том, что все может стать еще хуже. Зацепок нет, Варл. Но мне надо продолжать искать. И скорей. И для успеха я пожертвую всем. Незачем подвергать опасности других. Я все сделаю сама. Это мой поход в Арл. Только мой. Подожди. Ты сказала, что в Меридиане тебе помогал какой-то Сайленс. Ты сказала, что советовала с ним о разных вещах из мира предтеч, которые никто не может понять. И он дал тебе копье, которым ты одолела Аида. Он ушел. Варл, мы не общались после битвы против Аида. Да, но ведь шпион Марат из Меридиана хорошо умеет искать людей. Варл, я... Решайся, все получится. К тому же пора тебе повидаться с друзьями. Ладно. Ну, пожалуй, ты прав. У нас впереди долгий путь. У меня есть идея получше.